Друзья, здравствуйте! Давно не записывала видео. Наверное, уже соскучилась. Сегодня 10 декабря 2012 год. Ну, покажу своих цветунов на сегодняшний день. Собирается цвести огромная морковка. В прошлом году цвела Дак Дейзи. 15 цветочков будет в этот раз. У меня именно черные цветы. Потом начинает распускаться Happy Holiday. И кто-то показывал, что без прожилок. Но вот уже вижу на просвет. Этот цветок только вчера открылся. Наберет цвет, прожилки будут 100%. Раз, два бутонов. Здесь 3-4. 5 бутонов на ней. Будет красивая фотография. А здесь цветется к ночи скупер. Такой темный, красивый. Ну вот, например, на фото, на видео он смотрится очень необычно. Хотя вживую не сказать, что я в восторге. Дальше была когда-то у меня первая орхидея, вот эта биолавра, это Homo glacier. Потом пропала. И в этом году мне подарила ее девочка. Большое ей спасибо, такой классный куст. И он сразу же дал цветонос и зацвел. У него просто потрясающие цветы, как звезды. И вот этот вот бахрома желтенькая. Внизу губы. Этот дендробиум, по-моему, Rainbow Fantasy. Зацвел, ну, каждый год цветет. Покупала в прошлом году дендробиум Down Mary с пластиковыми цветочками. Вандочка Robert Delight Black. И вот этот вот милая няшечный цветочек. Что-то не хочет фокусироваться камера. Сейчас попробую. И даже на фоне руки не хочет. Вот, сфокусировалась. И это у нас гибрид. Гибрид в Алисе. Да. Сложно. Так, дальше. Это дальше цветет у нас дуриган. Дуриган Крузейра де Сол. Очень красивый цветок. Вот это пластиковый, такой четкий. И на фото у поставщика старая фотография обманывает. Потому что настоящее его цветение именно такое. Не у меня одно расцвел, еще у девочки цвел. Тут еще вторые бутончики. Цветет материнская бульба и ее ребенок. Ребенок зацвел быстрее, чем материнская бульба. Дальше у нас тут цветонос в энциклия Кортигера. Их два. Раз, два. Тут пропустила красивая котлея. Трилип. Чинг. Санг. Даже бирка сломалась. Цветочек будет не крупный, но очень такой нарядный. У нее два бутончика и один бутончик. А эти пятнышки были... Когда она приходила зимой, было похолодание, она, видно, немножко подмерзла. Эти пятна так и остались. Дальше у нас здесь красавица цветет уже недели три. Чанхамиана или Чанхамиана, Канхамиана. Все говорят по-разному. Ну, кто знает, все поняли. Потом очень ароматная. Расцвел у меня давно не цвел, наверное, года два. Мой белотулу. Тоже мой самый первый башмачок типовой. У меня он от Ома, кустик такой. Здесь цветет конколорчик рядышком. Цветет специоза альбовая. Но цветок у нее просто потрясающий. Вот когда многие искали, я не могла понять почему. Ну, бледная, бледная. Но вживую это нечто. Он, во-первых, очень большой цветок. И имеет вот такой лососевый цвет. На камере он как-то немножко не так. Очень нежный. Вид он револьверник. Второй бутончик. Такой кустик. Здесь доцветает леукохилум. Ну, скоро распустится второй бутончик. Надо будет сфотографировать. А здесь у нас лоэлианцепс в три цветоноса. Это лоэлианцепс альба. Вот раз цветонос, два. И вот он три. Ну, где-то через недельки 2-3 распустится.
Здесь дендровиум только дал цветоносы. Это экзимиум рандостиптум. Тут цветоносики. Дальше цветет джем. Помню, что название. А бирку. Бирки. Дендробиум классик джем. У него форма очень красивая. Очень красивая. Вот смотрите, это крупный дендробиум. Такие вот цветоносы не спадающие. И еще вот с новой бульбой цветет. Это дендробиум. Вот название вылетело с головы, не скажу. Булерианум. Вот, точно, вспомнил. Вот такой огромный куст. Туберов 50. Но цветочки уже отцветают. Цветочки очень такие нарядные, оранжевенькие. Красавчик. И такие мощные туберы. Цветет здесь дальше с этой стороны грамматофилум. Это грамматофилум калихи. Это такой небольшой сорт. Ну, всего растения. Достаточно маленькое. А какой большой цветонос у него. Здесь дендробиум формозаном, по-моему, да. Или формозом. Могу спутать, потому что вот они, названия похожи, но цветы совершенно разные. У одного такие белые с прожилкой, а у второго очень крупные цветочки. И тут в этом году у меня все фаленопсисы, что у меня есть, ну, штук 8. И все одновременно дали цветоносы. Вот это фаленопсис, который мне отдали. Это Саша Навсен, он у меня не цветет года 3. Ну, отдали, вот, дал цветонос жирненький. Сорт, естественно, никто не помнит. Здесь с красными листьями. Салют Фэнси. Да. Салют Фэнси. Постоянно доращивает этот цветонос. Такая маленькая да удаленькая. Ну и вот эти вот тоже все дали цветоносики. Есть у меня еще несколько, кто собирается цвести. Это катлеи тайландские. Это они пришли ко мне цветущие. Я их присадила. Не вытаскивала с вот этого кокоса. Вместе с горшком прикапываю крупной корой, досыпаю, фиксирую горшок. Растет на ура. Не надо не акклиматизировать. Вот у вас следующий рост будет цвести. Ну, это так, совет на будущее, кто когда-нибудь сталкивался с этой проблемой. Это такая мини-приписка. В общем, красавица такая яркая, компактное растение. Здесь тоже эти же катлеи все присажены, которые так уже и будут расти. Что тут еще интересного? Много отцветающего. Ну вот, есть все-таки, что еще цветет. Такая красавица, катлейка. Но имен на них нету. Здесь с прожилками белая. У него очень большой, крупный, такой решистый цветок. Здесь особо такого... А, азалия цветет. И собирается цвести Йонгконгсан. Бутона 3 будет. Конечно, это большое уже растение. И цветы там будут сантиметров по 20. Ну и вот там в конце не перестает цвести бульбофилум хинолавиум. Сейчас он не цветет, не воняет. Там, слава богу. Ну, вот такой краткий обзор по моим цветущим растениям. Ну, особо можно видеть, что больше так и ничего не цветет. Растений много, а цветет всего один стол. Спасибо за просмотр. Пока-пока.